فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. Учить Священное Писание Корана Аямиддин Фахрутдинов начал 6 лет. Приобщил его к этому отец. Для того, чтобы запомнить 114 сур, из которых состоит книга, а это более 600 страниц, мальчику потребовалось 4 года. Все это благодарят, и все, и старшие, и маленькие. Молодой чтец Корана признается, что самым сложным для него было правильно выстроить произношение. В этом ему помогали более опытные учителя Медины, которым его водил отец. Арабский алфавит. Каждая буква имеет свое, как сказать, махрадж, это где произносится. Каждая буква имеет свое произношение, вот, свой голос. Самая сложная буква считается буква «бот». В конкурсах чтецов Корана Аямиддин начал участвовать с 12 лет. Он уже успел покорить жюри не только российских городов, но также верующих Судана, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. В этом году ему пришлось сражаться с представителями 40 стран в Каире. Уроженцу Тульской области, который защищал честь России, удалось занять почетное второе место. В конкурсе 3 правила. Первое – это хифз, ну, изучение наизусть. Второе – это таджвид, произношение букв. А третье – это голос. Они смотрели все там, все точки со всей сложности и все даже маленькие штуки. Поэтому, альхамдулилля, я взял второе место. Стоит отметить, что помимо самого текста Аямиддин знает номера сур, аятов, а также нумерацию всех страниц, на которых тот или иной аят расположен. В Нижнекамской центральной мечети юный знаток Корана будет читать молитвы на протяжении всего месяца Рамазан. Вера Муратова, Влас Семагин, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».